Предупреждаю, да, да, это вы будете смотреть за этим, хорошо? Вот, это ваше задание. Молодец, я. Супер. Я задумалась, насколько я, получается, обидав чоловіка на мене, да, тому я от не осознавала, наскільки мені більш конкретніше треба. Це для мене зараз новість. А тепер для нас, для вас ще... Я поняла, що я неправильно. Я прошу прощення, що я перебивала, але це треба ще прийти потім на обіду, а потім ще прийти на радикальне прощення, щоб самого себе простити. Да, потому что, чтобы мы с обидой не ушли. Это самое важное. Вообще все нужно начинать с себя, даже любовь, сама себя, самодостаточность. Если я начну научиться любить себя, я должен простить себя. Тогда, когда я буду самодостаточным, тогда я смогу изучать другим, прощать других. Если я обижен на кого-то, я не смогу никого простить. Если я не отпустил обиды, как я могу кого-то прощать? Пока у меня здесь что-то есть беспорядок, я ничего не сделаю. Извини, дорогой, я сегодня не могу. Прощать. Я сегодня не самодостаточна. Приходь завтра. Да, я должен очиститься, иначе нет возможности прогрессировать. Итак, значит, мы дошли сейчас до момента компенсация. Итак, компенсация. Мы делаем пометочку, очень важно. Она должна быть весомая, она должна быть больше той потери, которую может получить мой партнер. Если я беру ответственность, что 10 елок поставлю, который стоит там, скажем, $1000, но если я не поставлю, компенсация будет $2000. Для него это будет отличная компенсация, и он не беспокоится, да лучше вообще не поставляй, я заработаю себе за $2000, ничего не делаю. То есть компенсация должна быть увесистая, она должна быть весомая, она должна быть больше того по значимости, там, если, в зависимости от того, это материальное, это энергетическое, да, она должна быть over. Она должна быть больше того, чего я не сделаю. То есть того ляпса, который я могу сделать, он должен быть меньше, чем компенсация. Компенсация должна быть больше того ляпса, который я могу сделать. Да? Окей? Так. После того, когда мы взяли на себя ответственность, мы попросили прощения, мы взяли на себя ответственность, сказали, что я больше этого делать не буду, я буду всегда тебе готовить ужин к 8 часам вечера. Причем все конкретно, конкретно, помним, мужчине все конкретно. Вот что конкретно было, чтобы знать сначала, чтобы вот конкретно ему дать вот этот, прийти с конкретным предложением, я должна сначала конкретно спросить: дорогой, скажи, пожалуйста, что тебе вот не понравилось, в чем была проблема? Нет, сначала, в чем была, вот скажи, пожалуйста, и он должен сказать, ты, у женщины по-другому, у вас будет эмоции, все, о, все не так, да всегда так, да все, постоянно, везде, повсюду, ба-ба-ба. Я тебе то, а ты мне. Вы здесь уже чувствуете сами, что я видел, потому что вы женщины, вы чувствуете, что была первопричина от этого всего, да? И тогда будете апеллировать вот к этому первопричинному, что было не так, и говорите, что я вот это исправлю, это не будет происходить. У мужчины, значит, конкретно спросили. В чем была проблема, в чем ты на меня обиделся, скажи мне, пожалуйста. И вот то, что он сказал конкретно, вот это вы и должны над этим работать. Окей? Так, есть с этим. Значит, после этого мы взяли на себя ответственность. Так, после ответственности мы взяли компенсацию какую. Так, и что после того, когда мы взяли на себя компенсацию, что потом делаем? Все, вот мы уже сказали, обговорили, да, взяли компенсацию, вот он доволен. Что еще нам нужно сделать? А замазать? Я же сделал что-то не так. Как мне компенсировать? Задобрить его, да? Задобрить-то. Я же, ну, голодный же. Надо накормить. Был голодный, Вась. Так он же пошел в кафе, поел. Не, это уже это уже на будущее. А тут еще он не шел. Это же мы говорим сейчас, как бы, когда я еще. Это же на будущий контракт. А сейчас случилось. Я сказала, приняла решение, даю гарант, он успокоился. Ну и самое это важное, пусть сердце это мужчина через что лежит. Надо суп сварить. Надо замазать, сделать ему такое вот, что вот приятно, чтобы... Суть какая? Чтобы это нивелировало мои потери, его состояние нехорошее, нивелировалось чем-то вот таким, что я замажу. Да? Чтобы я что приготовил, что, например, что такое необычное. Вот какое-то его любимое блюдо, которое он очень любит. Он говорит: а, дорогая, спасибо тебе, дорогой. Я тебя счастливый. Прощаю. Я тебя, конечно, прощаю, ничего не осталось. Здесь уже все абсолютно пусто, ничего нет. Компенсация есть, если что теперь не будет королевы, компенсация есть. Я спокоен, да? Я спокоен, если что-то не случится, не проблема, у меня гарант есть.
так уж и быть. Посмотри, ты смотри. Да, и я абсолютно не беспокоюсь, что она будет или не будет, потому что у меня есть гарант. Гарант, который нужен нам всем. В семейных отношениях мы хотим быть уверены, что нашей половинке, что она будет вести себя в соответствии с тем, как я ожидаю. У меня должна быть гарантия. Гарантия во всем. И в этом плане тоже. Итак, мы замазываем. Да? Окей. Как будем замазывать, подмазывать? Что-то то, что сделать с картой вау. Будет приятно. Такая, вау. Вот такое что-то супер такое. Ну, это же такой, чтобы тоже плеск эмоций был, чтобы у него был всплеск. Да, такой, вау, слушай, классно. Ну что, тогда я чувствую, что человек действительно раскаялся. Человек раскаялся. Он искренне раскаялся. Он приложил экстра. Он взял на себя экстра обязательства, которые он никогда не принимал. Он тут потрудился, сделал для меня такую вкуснятину, которую никогда, только я очень люблю, а знаю, что это очень долго делается. Вот. И он видит, что это я тут старалась, да, я экстра. То есть что? Это показывает мои раскаяния, мое осознание того, что я поступил неправильно. А теперь, друзья, поставьте себя в позицию человека, который будет просить у вас прощения по этой методике. Ну, прощу, конечно. Ну, так старается. Скажите мне, где у вас, что у вас здесь, хоть момент какой-то есть, который не позволит вам не простить? Нет, вроде бы нет. М? Ну, в принципе, даже и компенсации не обязательно прямо сейчас. Mm-hmm. Но главное, чтобы людина осознала, что ошибки. Тоді я с прощением якось... Осознала. Вот осознание как раз у нее будет, когда она подтверждает. Она раз осознала, да, второй раз. Когда вот, ну, вот видите, да, что вот она серьезно берет на себя.